Ставь лайк за 3 секунды, если хотя бы раз в день ты заходишь на YouTube. Здарова, дорогие подписчики и гости канала, по-прежнему на связи банда Диффера, это Серега, это Даника, мы продолжаем играть GTA 5, а это рубрика Битва Ариша. Всем ассаламу алейкум. Ну что, друзья, блудный сын Серега вернулся к нам, наконец-таки, ребята, да, будут громкие дела, будут громкие ролики, поэтому, да, пишите тоже в комментариях слово с возвращением. А, ты, кстати, ускорение убери, брат, у тебя там ускорение 40, походу, стоит, что-то ты прям летаешь. Да-да-да. Ребята, наша задача... Это, во-первых, угонять машины. Сделать это нужно будет максимально аккуратно, чтобы нас никто не спалил, чтобы нам, как говорится, не было никаких предъявлено обвинений, да, во всяких тесных связях с угонщиками. Ну и, конечно же, ребята, потом на этих машинах мы проведем ряд испытаний, поймем, у кого тачки будут лучше, кто наберет больше всех баллов и кто будет являться лучшим угонщиком данного шоу. Так, ну если вы готовы, я думаю, что пора стартовать. Полетели. Да. 3, 2, 1, гоу, поехали. Я чисто Венецию на воде сегодня буду смотреть. Чисто всю Венецию на воде хочу проехать и украсть тачки. Ребят, надеюсь, что вы поставили лайк. Я знаю, что вы обожаете данное шоу. А поэтому, друзья, обязательно не забудьте подписываться и не забудьте ставить лайки. Это очень важно. Так, подожди, ламбу старую кто-то что-то пригнал уже, я смотрю, я пока ничего не могу найти. Ошалеть, меня столько здесь не было, тут какие-то новые машины появились у вас. Да. Опа-ля, ну на самом деле, да, прогрессируем, брат. Ничего Люди себе. Богатеют, мажорики умнеют, тачки все так же мы. Мне вас лишь буквально на неделю оставить. Зарабатывать на неделю? На неделю? Да, на неделю? Там? А может, месяца 2-3 тебя не было? Да не, ну не, да из одинаково. Охренеть, на неделю, нормально так-то. Неделькой мы обошлись с тобой. Ой, извините, пожалуйста. Так, ну я первую нашел. Ну, это чисто. И знаете, что я, ребят, нашел? Я нашел Клондайк. Клондайк золотой машины. Да. Это вот. Чит раньше был, что с ним? Не знаю, что там у тебя с тачкой стало. Я знаю только то, что на Венеции Волга, прямо да. какие-то русские мажоры находятся, потому что вторая уже золотая тачка, чисто особо даже не напрягаясь, я нахожу в первой же подворотне. Это Опа, радует, это... нет! Ты здесь супу я нашел, покиньте. Капзда! Я почти утопил машину! Нет, я выжил, жив, цел, и машина тоже не словила гидроудар. Так, вторая, можно сказать, что уже на базе. А тоже золотая, чё? Сейчас посмотрим. Так, 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 так. Audi Ой, как аккуратно. Я не помню, кто где. Кто где? Вы оба юзера. Вы оба абьюзера. А вот Даник, я вижу. Даника вижу. Абьюзера я вижу тоже. Ладно. Ну, тебе надо будет, походу, ник поменять в этом. В менюшке. Ну, я потом тебе покажу, как это сделать. Да, я забыл. О-ля-ля. Полторы недели не было. Я, ребята, на самом деле особо не напрягаюсь. Я уже третью золотую тачку нахожу. Во второй подворотне, честно сказать. Вот. Какие-то богачи тут живут. И, кстати, это Чайзер. С прекрасными номерами. Ваш любимый. Дорогой. Я думаю, что на рампе сегодня мы его, конечно же, покажем вам. Я понял. Так, это моя третья. Да, это моя третья. У меня тоже три машины уже, вот я пригнал. О, я четвертая. Серега тоже три пригнал. Ай! Что ты сделал? Я? А кто взорвал байки? Тут сейчас все рванет нахер! Восстанавливай быстрее! Я не Туши, умею. Огнетушители! Ехала, ехала, ёпердоль. Ну ладно. Ну, мне же лучше. Едем дальше. Минус три тачки у кого-то и три байка. Так, ладно. Это, Серега, твои были, я так полагаю, да? Я надеюсь, нет. Слушай, да не, это твои были, брат. Ты охеренно начал с нами работать, знаешь, да, спустя время. Да. Подзабыл, как это делается, повзрывал половину тачек, ну да ладно. О, сломали. Так, четвертая золотая. Это радует. Знаете, что я хочу? Я хочу проверить, есть ли тут еще что-то. Куда там ускорилось, да? Если тут еще что-то. Еще одни тачки. Не можешь найти? Так, все попрятали, да. Ну, я пока ищу, но вопросы, конечно, остаются. А я Венецию хочу прям всю сейчас проехать, если будет здесь что-то, это будет хорошечно. Так, тут пусто. А здесь? Так, ладно. Здесь, блин, тоже пусто. Я нашел 4, конечно, золотых тачки на Венеции, и вся Венеция пустая. Что это такое вообще? Я тем временем не могу найти ничего себе. Извините, где все машины? Не знаю. Так, я четвертую вроде как на базу только сейчас привожу.
Так, а взорвалось-то, получается, смотрите, сейчас Супра была. Супра тут, по-моему, я вижу, в угольке. Она взорвалась, и Бэха взорвалась. Ну, Серега, да, это твои. Это твои. Бывает? Бывает. О, пожарки, пожарка приехала. Вовремя, пацаны, вовремя. Оля-ля. А кто на крышу икса закинул? Фиолетового. Чего? Рядом на крышу магазина закинули икса. Прикольненько. Так, ладно, ищем следующие машины. Где все машины? Я не могу ничего найти. Пытаемся обнаружить. Да, у Сереги пока... Пока-пока все печально. За полторы недели. Быть может. Так, а мы пока... На мойке тоже ничего нету. Здесь тоже ничего нету. Может быть, здесь что-то есть. А ну-ка. Так, есть. Пусто. О, я привез тем временем веску. Опа! Слушай, я нашел приору, кстати говоря. Приору? А у меня кайф. А у меня приора Ахмат. Кстати говоря, твоя тема, брат. Твоя тема. Слушай, я до тебя, пока мы с тобой снимали, я частенько Ахматы притаскивал, да? Потом Ахматы кончились. Сейчас снова я нашел Ахмат, как только я тебя встретил снова. На съемках. Это как вообще работает? Твое сообщение. А ты что, в Грозном, в Дагестане? Ну, блин, бывает. Ну, тупанул немного, ну, что сделать? Да, сразу видно. Ладно. А в любом случае... Не, я подучил географию, больше таких ошибок я не буду совершать. Я надеюсь. А я пока что здесь еще кое-какую машину видел. Чирик. Кайф. Так, а я пока что... Я какого-то Форда, я так смотрю, нашел внедорожного, чисто под... Получается, испытание оффроуд будет самое, мне кажется, топ. Так, тут пока что пусто. Тут пусто. Тесла Кибертрак куда-нибудь? Это, конечно же, сильно. Нет, ну, сетап тачки хороший. Что ты выберешь, ламбу или гелик? Я выберу ламбу, наверное. Вот, а я ее привез для тебя. Привез уже? Какую? Оранжевую вот ту, стоящую, да? Да, ты нормально. Обалдел, о-ля-ля. Какого датчика? Я нашел BMW. BMW первой серии, я так полагаю, да? Это что такое? Я пока предпоследнюю вроде как везу. Е-мать, она овощ. Со шноркелем, получается, с кенгурятником на внедорожной резине я нашел BMW, но она мега овощная, честно сказать. Так, ладно, это моя предпоследняя машина, и мне осталось буквально еще одну притащить, и я, соответственно, это сделаю. Еще две осталось. Вроде как. Сереги, две осталось, Даник. Все, Даник, что-то прям быстро. Ох, ебать, что это у тебя? Че оно такое быстрое? Это сильно. Это, конечно, сильно. Так, а мы пока что, может быть, что-то вот здесь найдем. Или еще где-то. Ребята, пока мы ищем машины, вы в комментариях лучше напишите. По вашему мнению, куда можно еще отправиться, в какой район и где еще можно что-то интересненькое угнать. А я почитаю потом комментарии и посмотрим. О, кстати, а чё бы нет? Я нашел Газель бизнес, при этом это она? Да, это корона Газель. Это именно аперская Газель. Е-мать, на V8, да, она чисто боком раздает. Крепко. Полный газ, пацаны, полный газ. Ой, блин. Так, я походу тоже все. Серега еще пока ищет машины, я так полагаю, да? Да. Два уголька у него здесь, да ладно. У меня за полторы недели зрение упало просто. Понял, принял. Ну что же, ребята, в принципе, тогда, я думаю, вы мою подборочку видели. Тачек, подборочка Сереги пока не окончательная, но уже есть что-то интересное. У, получается, Даника, Ламба, Феррари, Бэха, Тойота... Что Audi. Тут еще у нас? Audi, да, и еще одна ламба. Ну, тачки тоже интересные. Посмотрим, в общем-то, в испытаниях все эти машины. Ну, а вы в комментариях напишите, у кого тачки были лучше. Мы поехали на первое. Погнали. Ну что, ребята, мы готовы. Да, мы готовы провести драг рейсинг. Заряженная Гранта, да, чисто вот угла дает на изи. Вся... фанере, да, вся получается в музыке. Против меня будет Бэшечка и Ламба. Ну что же, задача наша проехать полностью круг, да, развернуться по второстепенной дороге и приехать первым. Быть может, 3, 2, 1, полетели! Ехала. Так, е-мать, у меня Серега пингует. Это жестко. Это жестко. Тихо. А сколько у тебя скорость-то? Заявлено. До свидания. Так, Серега, пока первый. Я еду чисто боком, заходя в поворот. Второй был, но Даник меня... Даник меня обгоняет чисто... Я всю дорогу, я просто боком, я бокохожу по всему
нашему испытанию все это время. У Сереги 2 балла. У меня получается 0 баллов. Вот у Даника хороший старт сделал. 1 балл. Ну а мы переходим на второе наше испытание. Ну что, ребята, следующее второе наше испытание — это прыжок с огромнейшей рампы. Здесь у нас Супра, здесь у нас Волга и Чайзер. Ну, я думаю, Волга, что заочно это... победитель — это Чайзер. Вопрос, конечно, по Супре и Волге. А Волга Дож... залетает мощно. Тихо. Е-мать! Я отлетел! Я немного не туда вообще полетел, и я, конечно же, не выпрыгнул нормально. Ну, попробуем снова. Ну, я пока. Хотя, знаете что, ребята? Знаете что, если мы вот отсюда, примерно, даже не с самого начала, вот отсюда выпрыгнем, да? Сейчас покажу просто, что это за чайзер, чтобы вы понимали. Ну, многие, наверное, знают, а возможно, есть те люди, которые не представляют вообще. Что это за чайзер? И просто смотрите, ребята. И просто мы улетаем. Е-мать. 800 скорость. 900. 900 есть. Давай. Сейчас хорошенечко рикошетнуть. Смотрите, вот так вот мы рикошетчим. И просто, ребята, улетаем через город, через горы. Я припарковался, если что. В океан. Это просто жесть. При этом это даже не максимальные скоростя. И да, он может еще дальше. Так, смотрим. Смотрим, как у вас. Даник у нас на магистрали. Эту магистраль мы знаем возле, получается, тира. А Серега упал у нас на Грув-стрит, я так полагаю, правильно? Да. Правильно, да. То есть балл у нас у, получается, Даника. Не у бой. Сереги 0 баллов, а я умер. Как? Ребята, следующим нашим испытанием это будут пострелушки. И, кстати говоря, у тебя X5, у меня, я вообще не знаю, что это, X1, что ли? Хрен его знает, что это за машина. Так, наша задача, соответственно, взорвать друг друга при помощи пистолетов. Кто взрывается первым, не зарабатывает баллы, второе место зарабатывает 1 балл, а кто пистолет? Тут выиграет, зарабатывает, получается, 2 балла. Ну, на пистолетах, бронебойные пистолеты я взял. Если вы готовы, то мы стартуем. Давайте-ка на счет 3. Давай. Готовы, да? Все готовы? Да. 3, 2, 1. Готов, Даник? Да. Ну все, стартуем, поехали. Так, ну все, стреляемся. Серега, конечно, пингует очень жестко. Не правда. Очень жестко пингует. Надо потом посмотреть, сколько у тебя скорость интернета. Может, у тебя там каких-то ссаных 2 мегабайта? Один вообще-то. Один? Да. Это жестко. Даник, я предлагаю его взорвать, потому что я потом его ничего не сделаю. Нет. Где вы вообще есть? Потерялись у меня. Да вот как бы. Эй, алло! Ебать, ты пингуешь! А шалей, ты где? Это какая-то жесть. Ты где? Он у меня тупо телепортируется, алло! А шалей, ты кричишь? Да, Даник сильно кричишь. Ой, это кто меня так подкинул? Это читы. Охренеть! Алло! Тормозите, это он, слышишь? Алейкум, Даник, пацаны, это знаешь, это босс. Это босс у нас сегодня. Надо взорвать пацаны, босса. Давайте. Все. Рад был повидаться. Это что такое? Алло! Я думаю, пока сейчас нам перемирие идем, да? Перемирие, я думаю, надо, да, совершить. При этом я не помню, по нам стреляет или нет? Ты вообще где невидимка? В смысле, где невидимка? Димка-невидимка. У тебя нету нас? А, ты Даника только видишь? Даника есть. Это же одинаковые машины. Это прикол, конечно. Это очень прикольно. Алло! Потормози ты уже! Я хрен его знает, что делать, ребята, но это какое-то мега странное испытание в нашем-то случае получается, что. Тормози, где ты есть? Даник, ты по мне стреляешь, да? Так как это? Ебать, он телепортнулся в меня! Вау! Он меня это тоже жесть. При этом никто не взрывается, что мега странно. Может, мы уже взорвем кого-нибудь? Алло. Не алло. Надо. Эй, уйди, да, ты кто? Эй, кто меня присобачил? Алло. О, ты по мне проехался чисто в воздухе. Что ты за волшебник, твою мать? Алло. Питер. Сколько можно? Даник, мы вообще взрываемся, интересно, а? Я горю. Это какая-то жесть. А, Даник горит уже? О, как по кайфу. Давай удачи. Так, я только в тебя за... О, Даник взорвался. Я только-только в тебя начну стрелять, ты при этом куда-то телепортируешься. О, вообще жесть. О, спасибо. О! Да стой ты уже, алло! Это какая-то жесть. Это вообще реально? Не знаю, дай? Вообще не знаю. А ты до сих пор меня не видишь? О, ты появился у меня, прикинь. А, чё?
Чё за бред? Ну ты у меня до сих пор телепортируешься. Вообще люто. Я вообще стою на месте, Даник. При этом ты дымишь. Даник, не стреляй. Даник, не надо, не надо, не надо. Ты же все, ты взорвался. Тут либо я... А я дымлюсь уже! Читер, ёпта! Взорвался, я тоже дымлюсь. Чё за херня? Ты потёк, Дим. Я знаю! Я горю! Может это? Может Икса взорвется уже сегодня? Сколько мы в него стреляли? Подожди, стой! Я горю, стой, я горю, на месте. Я горю. А, ты тоже горишь? Все, да, я ты горю. Тоже взрываешься, но только я потратил у тебя столько патронов. Это какая-то дичь. Ладно, ребята, ну окей. Вот такое вот у нас было сегодня испытание. Немного с нюансом, но окей, едем дальше. Давай. Следующее наше испытание это оффроуд-гоночка. Да, это до сих пор страшно. Серега телепортируется, знаю, это что-то странное, да. Окей, ехать нам всю вот эту прямую, и нужно будет приехать через дамбу вот сюда на финиш. Кто первый, тот зарабатывает свои 2 балла. 3, 2, 1, полетели! Давай. Никто по мне шмаляет? Има. Никто. Има, а что ты по горам поехал? Алло! Я по дороге еду. Тишки не посадили. Ты видишь это? Он у меня просто по воздуху летает. Да. Это жесть. Ладно, я просто не хотел Серега, на самом деле на это... Вали-то. Ты точно там ничего не закачиваешь, там фильмы какие-нибудь? Не, это какая-то дичь. Просто этот, как его называют? Хартер Арт. Ага. А ты куда поехал-то? Я понял. А, брат, ну нам надо через дамбу, я же говорил. Через дамбу, да? В обратном направлении. А немного я в Дагестан поехал. Ну давай, давай, давай. А мы пока так проедемся с Даником. Ты в воде? Ты меня по сценару в воде вообще. Ой, я. А, по сценару электрический, что? Не, тихо, у меня тихо, 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 тихо. У меня электрическая нет. Вода. Я случайно разбился. Случайно разбился, но я вроде нормально, пока едем. Да я тоже. Я тоже немного так перевернулся. Давай, 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 давай. Алло! Ты как там оказался вообще? Я ехал все время спокойно. Я через брод проехал. А, ты меня вообще повис. Не, это какая-то жесть, ребята. Тут максимально сложно судить или рассуждать, потому что, ну да, это странно. Очень даже. Так, окей, мы пока едем, ребята. Что с тобой? Ты у нас. Да, на самом деле ты у нас лагаешь. Это неправда, я у нас с Даником более-менее все нормально. Вы меня обманываете. Окей. Знаете что, ребята, прямо сейчас... Он сзади меня, он сзади меня. Страшно. По-моему, это я еду второй. Или что? Нет, он меня преследует. Кто первый-то по итогу? Я первый. Даник первый? А я что, третий получается? Вау. А, тихо. Чего? Он меня телепортнул сто... А, я понял, это пинга жесткая. Я понял, просто у меня он все это время был сзади, я думал, я был второй, а по итогу я вообще третий. Ладно, баллы записаны, ребята. Отправляемся прямо сейчас на следующее испытание. Давай. У меня Форд, вообще, чтобы вы понимали, 108 едет, это максималка. Финальное наше испытание, это на горе Чилет. Но, давай, честно давай, сказать, давай, давай. У Сереги украли тачки. Пока мы соревновались на прошлом испытании. Поэтому просто дадим ему газель мою, да? И посмотрим... докуда он доедет. Но уверен, это, конечно, крепко. Сделал. Знаешь, да, брат, да, да, после конечно. Того, как ты долгое время отсутствовал, так быстро вернуться в наш строй, как говорится, да, в наш коллектив. Тихо-тихо-тихо-тихо. Не, не мнение, брат, знаешь, что ты потерял? Ты потерял уважение. Уважение данного района, да, они забыли какой-то злой угонщик. Поэтому они угоняют у тебя. Это я их не уважаю. Ай! Аккуратно. Аккуратно. Ну, подписчиков же ты уважаешь, правильно? Подписчиков я уважаю. Тихо-тихо-тихо-тихо. Вот это кайф. Вот это самое главное, ребята. А остальное, как говорится, восстановится, приложится. И да. Серега вспомнит, как угонять машины. А мы вроде как с Даником страшно, очень страшно, крепко, страшно. Крепко едем. В смысле страшно. Ты видишь, как она ускоряется? Нет. Давай, Серега где-то сзади. Ты встал уже или нет? Нет, я еще качусь. А, ну давай катись. Ну, а я, ребята, пытаюсь догнать Даника. Привет. Тихо-тихо-тихо. Ну нет! Смотри, просто я уже 40, 50. Толкни! Ну, 60 лечу. Я объехать пытался тебя. На, посмотрите, да, пожалуйста, как я застрял. А, в смысле у приоры нету двигателя внутри? Что? Я только сейчас это увидел. Я 1000 лет ее уже знаю. По итогу только так вот смог познакомиться. Так, ага, Серега у нас в заторе, я понял. А Даник у нас по итогу доезжает. Ема, куда ты едешь? Алло! Она у него разгоняется, что? Что? Она разгоняется? Это какая-то жесть. Мы 1000 лет не доезжали до океана. Неужели сегодня первая серия? Спустя так долгое время. 60, 70. Капс, да. Он 80. До океана доехал, брат.
Серега, это жесть. Он просто доехал до океана. Ну ты еще, да, по пляжу такой, по газу и да, тут. Я еду. А, понятно. Ну окей, 2 балла здесь у нас для Даника. Ну а на этом, ребята, будем заканчивать. Спасибо огромное за просмотр, ставьте лайки, всем удачи и пока-пока. Пока, народ. Пока.